1 сентября 2004 года вошло в нашу жизнь трагедией в Беслане. Девчонки и мальчишки тоже собирались на 1 сентября. Мамы с волнением завязывали на голове банты, поправляли воротнички у рубашек. Никто не подозревал, что праздник может обернуться трагедией. Больше 1000 заложников, более 300 погибших при освобождении, 186 из которых дети. Самому младшему было всего 6 месяцев. Спецоперация по освобождению длилась 3 дня. И получилось, что именно дети, школьники этой школы стали некой разменной монетой в требованиях экстремистов. И виноваты, конечно, мы, взрослые, то, что мы не уберегли 186 детских жизней. Мы в ответственность за всех наших детей, за всех школьников, за то поколение, которое придет нам на смену. И в этот трагический день, наверное, слов много не надо. Вечная память павшим в этом конфликте. Ребята, которые пришли на этот митинг, практически ровесники трагедии. Они не были ее свидетелями и не помнят, как вся страна холодела от ужаса, прильнув к экранам в сентябре 2004-го. Но сегодня, отпуская из рук белый воздушный шарик, они чувствуют, как хрупка жизнь и как важен каждый ее мирно прожитый день. Каждый раз, когда нам это рассказывают, я чувствую, что вот, у меня слезы наворачиваются, это правда очень тяжело. Это очень трагичное событие, и мне кажется, таким событиям нужно уделять вообще внимание, чтобы люди помнили об этом. Когда произошла эта трагедия, я был маленький. Я считаю, что мы должны радоваться жизненным обстоятельствам, которые сейчас действуют, и радоваться то, что у нас есть 1 сентября. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, «Воскресенские вести».